Ну вот почему Россия, мол, начала портить отношения с Западом? Ну не Россия, друзья, я не пытаюсь оправдать сейчас Россию, я об этом всем говорю ровно потому, что уверена, этот конфликт может закончиться только тогда, когда будут понятны его первопричины. Не Россия начинала конфронтацию с Западом, Западу нужно было постоянно расшатывать Россию, потому что Запад тоже понимал, Россия будет либо сильной, либо никакой, а сильная Россия Западу не нужна, потому что сильная Россия и сильный Китай не нужны Западу. В этом мире, к сожалению, большие игроки, большие державы, так сложилось исторически, что есть державы побольше, побольше, есть страны поменьше, это не означает, что люди там хорошие, где-то плохие, так сложилось исторически.